куда ты хочешь? Суша, 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 шостри, да? Она не кусается, да? Суша, шостри, хулиганка. Женщина или мужчина? Женщина. Мужчина не бывает в черепах? Тяжело быть Сюшей. Сюша быть тяжело мужчиной. Суша, давай, пока. В хорошем месте живешь. Элитный комплекс, свежий воздух, и сад, пейзаж хорошо, чистый воздух. Очень хорошее место живет. Богатая черепаха, да? Фабрика нету. Экологически чистый, натуральный овощи, фрукты. Это город Алания, друзья, с вами. Компания Арбатом, самый тепло.точка в Турции, город Алания, с вами сейчас. Так что скоро хочу с вами поделиться. Одна большая, большая квартира, друзья, 4+1, с мебелью, с бытовой техникой продаются. И есть еще индивидуальный свой гараж, друзья. Вот здесь у меня на улице есть, с правой стороны, гараж. Своим пунктом может подъехать, открывать, закрывать. Еще есть свой индивидуальный кладовка, друзья. Комплекс, элитный комплекс, район Оба, где есть все городская инфраструктура. Рядом есть государственные больницы, стоматология и частные школы, государственные школы, ресторан, кафе, все-все есть, друзья, идеальное месторасположение. Еще хочу вам сказать, где мы сейчас находимся, она немножко на высоте находится, чем соседи здания, поэтому здесь чувствуется немножко более, чем соседи земельный участок, комфортно, на высоте и как будто отдельно настоящий свой вилла, друзья. Так что сауна есть, тренажерный зал есть, еще бильярд, теннисный стол огромный, большой. Здесь есть бассейн, место барбекю тоже есть у нас сразу здесь рядом. Короче, место расположения отлично, еще отделка качества очень хорошо. Я вам все покажу, друзья. Система «Умный дом». Так что отлично. Здесь в этом проекте есть еще другие квартиры на продаже, друзья. Если это вам для вас большая слишком, вы можете еще 2+1, 3+1 тоже рассматривать. Как? Рассмотреть. Можете рассмотреть. Короче, отлично. Место расположения и богатая инфраструктура, друзья. Еще детская игровая площадка тоже есть. Так что, друзья, давайте теперь поднимаемся, посмотрим наши сегодняшние ваши красота, друзья. Поехали! Друзья, недвижимость, особенно турецкий недвижимость, это счастье, это здоровье. Особенно еще в городе Алания, либо в Мерсине, это уже больше счастья и здоровья. Почему? Я вам сейчас скажу. Здесь экология очень чистая, здесь фабрика нету, здесь 320 дней солнце. Здесь натуральные овощи, фрукты. Здесь 8-9 месяцев лета, друзья. Поэтому хочется здесь уже раздеваться. Раздеваться. Уже можно раздеваться, потому что скоро уже лето, друзья. У нас жара начинается. Так что, друзья, теперь мы с вами поднимали наверху, на пятом этаже, два этажа, это квартира, дуплекс, 4+1, 170 квадратных метров, большая, друзья, 4 спальные комнаты и кухня, вместе с кухней, друзья, отделка качества отлично, как видите, она так продается, друзья, вот в таком виде она продается, с мебелью, с бытовой техникой, в самом деле, друзья, это счастье, действительно. Потому что мы здесь вам вот это бетон не предлагаем. Мы вам предлагаем счастье, вот это атмосфере дышать, чтобы свое здоровье держать, друзья. Потому что здоровье очень важно. Если вы даже богатый или бедный, какая разница, если у вас здоровья нет, друзья. Здоровье, счастье, семья.
и жить очень хорошие друзья. Так что здесь холодильник. Холодильник это по-турецки? Буздолабы. Буздолабы, молодец. Здесь духовка, микроволновка, очень чистый, очень уютно. Можно оператор поблизости? Вот тут все красота показывает. Вот видите, бланки, отделка качественная, очень хорошо. Все работает, друзья. Здесь вытяжка, здесь посудомоечная машина. Огромный большой зал, кухни. Можно назад аппаратом, чтобы видно было? Шелки и длинный зал, кухни, Wi-Fi тоже есть. Для каждой комнаты есть кондиционер и телевизор тоже есть, друзья. Так что огромный большой. Давайте. Еще для каждой санузел есть. Теплый пол, друзья, вот здесь теплый пол, это прихожая, уже система умный дом есть, с правой стороны это главный вход, где дверь очень качественная, напротив у нас сразу санузел, это главный санузел, еще здесь чамашир, макинисы, это стиральная машина, огромный большой вот такой шкаф, друзья, длинный широкий шкаф, это вытарочное жилье, но здесь жили очень мало, друзья. Так что вот в таком виде. Здесь еще два спальные комнаты. Там тоже балкон есть. И кондиционер тоже есть. Детская комната. Очень красивая. Между прочим, вот эта спальная комната. Очень красивая. Мебель очень красивая. Можно аппаратер? Давай, близко, близко. Качество надо все близко показывать, друзья. Вот, посмотрите, мебель тоже очень качественно купили. Огромный, большой. Так что не хочу открывать, может быть там личные вещи. И здесь еще телевизор тоже есть. Для такая большая площадь, для такой месторасположения, цена отлично, друзья. Здесь тоже санузел есть. Так что давай еще другую комнату, еще спальная комната. Винюзук тоже есть. Вот здесь винюзук, лестница длинный, широкий. Там тоже винюзух есть, еще два спальные комнаты, здесь тоже спальная комната. 4 плюс 1, 170, почти 170 квадратный метр, большая площадь. Давайте еще балкон, тоже выходим аппаратом и через балкон посмотрим, какая красота. Вот это все красота, друзья, вид на гору. Это район Оба и город Аланья, самый теплый точка в Турции, очень быстро развивающий город, в самом деле, друзья, здесь недвижимость очень сильно дорожает, если вы сегодня покупаете, через год совсем другой цены будет, поверьте мне, так что здесь еще на улице есть, вот, наружу, натуральный камень. Аппарат все это показывает, что натуральный камень, так что я очень люблю натуральные вещи использовать. И натуральные вещи, натуральный дом. И человек, это же натуральный человек, очень люблю. И здесь огромный большой вот такой террас. Так что, вот назад-назад можно, немножко назад. Вот террас. Так что большой, огромный террас. Теперь можешь ко мне перейти. Все. Друзья, с вами был Асым, ваш человек в Турции. Сегодня мы с вами были в город Аланья, район Оба. Оба это уже центр Аланья, можно так назвать, потому что все городская инфраструктура здесь рядом. Очень красивый элитный комплекс. Если у вас какой-то вопрос, я всегда с вами на связи, друзья. Под видео есть мои контакты, как владелец компании Arba Toms. Всегда я с вами на связи. Так что желаю вам счастья, здоровья и любите себя. Если вы себя не любите, больше ничего не будет. Друзья, в первую очередь надо себя любить. Потом, кого хотите найти, любовница или женщина какой-то, или мужчина, надо в первую очередь беречь себя, любить себя. Потому что если вы счастливы, у вас вокруг общения тоже все будет счастливы и здоровы. Поэтому удачи, берегите себя.